Леонид Станиславович, такой первый вопрос. С чем был связан ваш выбор именно Евгения Шикавки в старте в атаке? Долго не получал свой шанс стартом, сейчас получил? Ну, получил. Он неплохо выглядел в этом тренировочном цикле на тренировках, но, значит, и шанс свой нужно использовать. Поэтому, ну, скажем так, относительно тренировочной работы, относительно, скажем, хотелось усилить игру, значит, в атаке, поэтому играл Евгений Шиков. И еще тоже вопрос по персоналиям. Сегодня вы сохранили на матч вратарскую пару Помазанов-Хаткевич. И когда, в принципе, получит свой шанс Максим Плотников, насколько он сейчас в кондициях, и нет ли какого-то повреждения? Я всегда считаю таким немножко странным вопрос. У нас три вратаря, в любой момент может любой вратарь быть в ворот. И, ну вот, я вижу, как бы, странные вопросы такие вот такие, ну, из логики. Наверное, вы, ну, если вы будете меня понимать, наверное, тогда будет плохо. Он хорошо тренируется, проводит матчи, да, у него хорошая, значит, скажем так, тонус хороший, поэтому никто не знает, что будет в следующий раз. Замена Кисляка на Путила, которую вы произвели после второго пропущенного гола, была именно реакция на пропущенный мяч или она была запланирована ранее? Ну, я бы не сказал, что я ее запланировал, ну, планировал ранее, но хотелось все-таки чуть-чуть, чтобы, зная Путила, чтобы у нас пошла игра, больше игра вперед. Вперед, вперед, чтобы мы поэтому. Чтобы мы больше все-таки напрягали нападающие, и, значит, игрок, скажем, в центре получал, ну, завязал игру. У нас не получалось завязать там игру. Вот сегодня чуть больше времени, чем в Бресте, получил Аблай Мбенг. Давайте чуть больше, чуть меньше, значит, и это планировалось. Это чуть больше, ну, человек много не играл, и это планировалось усилить игру в центре поля. А так чуть больше, чуть меньше, это ни о чем не говорит. Можно и 5 минут сыграть. Угу. Давайте. Иван, будут еще вопросы? Петр? Петр Зайцев, футбол Билайн, Леонид Станиславович. По игре, прежде всего, почему Динамо, забив на первой минуте, казалось, что вроде как в удобной для себя ситуации, не сумело развить преимущество? Ну, знаете, да, всегда не хочу искать оправдания. Да. Поздравлю команду соперника с победой. Почему? Потому что мы перестали играть и, в принципе, проиграли, скажем, единоборство, отборы, подборы, ведение игры. Мы не закрывались, не закрывались. Мы просто элементарно почему-то стали и думали, что игра сама пойдет к нам в руки. Это самое главное, понимаете? И свой уровень и класс подтверждает только сама игра. Поэтому здесь все, для меня все ясно. Мы перестали играть. Да, там пытались, попытки какие-то были. Пытались закрыть, проигрывали отборы, проигрывали единоборство, хотя первые минуты вроде как бы держали, а потом, ну, просто элементарно стали. Нельзя так останавливаться. Еще вопрос, почему не было сегодня Наумова и, соответственно, почему это все вышло? Ну, у него травма. Травма получена на тренинге. До Шитова? Что у Шитова? Почему именно Шитов сегодня играл, которого вы пока еще не использовали в этом сезоне? Ну, потому что, значит, у нас другого варианта не было. Скажем так. Спасибо. Вопросов больше нет? Все. Всем спасибо. Спасибо.